Это видео создано в развлекательных целях и не пытается кого-либо оскорбить, а также задеть чьи-либо чувства. Все персонажи, описываемые события, являются вымышленными. Любое совпадение с реальными людьми или событиями является случайностью. Данное видео не рекомендуется к просмотру недостигшим лицам 12 лет. Всем привет, ребята! Вы на канале Top Family Life, и сегодня у нас будет Let's Play. Это первый Let's Play на нашем канале. Будем играть в страшную игру. Посмотрим, если вам понравится, мы будем снимать дальше такие ролики. Не забудь подписаться и напиши свой комментарий. Ну а мы погнали. Так. Ну давайте на пока на изи. Так, Evil Doom быстро ходит. Он страшный, у тебя есть 5 дней. А третья злой мальчик, что ли, как-то злая кукла. Ай, погнали. Сейчас мы все и рассмотрим. Продолжить. День первый. Да, ребята. Так. Если вам понравится, будем снимать вторую часть. Поэтому... Воу, как все жутко. Так. Чё по настройкам? Чуть убавим ли? Куда я нажал? Саунтинг. Саунтинг. Продолжить, вы поняли, да? Продолжить, вы все понимаете. Продолжить. Вот. День первый. Снова. Второй раз день первый. Мы видим это уже второй раз. Так. А теперь чуть-чуть прибавим. И куда нажимать нам? А, во. Так. Это чтобы прятаться, я так понимаю. Типа, так. Так, по звукам я пока... Не понимаю, когда я хожу, когда ходит он. Ничего нету. Идем дальше. Бум. Ну, я пока ничего интересного. Конь. Куда? О-о-о. Наш любимый ванна. И... Я играю первый раз вместе с вами. Если я буду нубить... Извиняйте. Так, ладно. Я пока ничего не вижу. И чё? Пицца какая-то. Кусок пиццы. Пацан. Будешь пиццу? Часики идут? Я его слышу. Пацан, тебе пиццу? Я пиццу принёс ему. Я пока ничего не понимаю, что нам тут делать. Он дверь открывает. Он где-то тут ходит. Я сейчас наушники менял местами. Потому что, оказывается, левый... У меня левая наушника была на правом, а правая на левом. Кто-то болтает. Не понимаю, где он ходит. Даже если он заметит. И чё, он бегать умеет? Типа Гренни. Кстати, ну типа, кстати, локация как у Гренни, это уже второй этаж. Я пока не понимаю ничего. Давайте пойдемте посмотрим вообще, как он выглядит. Главное не обосраться. И главное не обосраться. Чё? Ну это я понял. А где он? Как он вообще выглядит?
У меня пицца есть. Воу, как нас трясет. Вон он. Я его видел. Не, ну реально Гренни. Вот это я сейчас не понял. На всякий случай спрячемся. Он мелкий. Он ходит с ножом. У него черная накидка. Черные штаны и туфли. Лицо не увидел, к сожалению. Ну все, пойдемте. Суд. Сделаем фоторобот. Пусть ищет его. Только нам выбрать сначала надо. Чё? Сеферду. Как мне выбраться теперь? Вдруг он там стоит, меня ждет. Я же не знаю, кто это такой. Ага, ага. Ну, я его слышу. Я тебя слышу. Вон он. Чё он стоит? Чувак. Он моего роста. Куда он пошел? И куда ты пошел? Ты смотреть можешь? Он вообще меня сзади, то есть не видит, короче. Он стоит. Ну давай, смотри на меня. О, господи. Я думал, наверх пошел. О, это еще улица? Ой. Тупик. Тупик. А, не, не тупик. Я смотрю, мы тоже быстро бегаем. Догоняем, догонялки. Иди нафиг. Он еще бежит. Выносливый пацан. Ну все. До свидули. Дули-дули. Ты чё? Вот это я сейчас не понял. А для чего шкафы тогда? Не понял. В чем прикол? Там пицца лежала, чем пиццу не поел? А может ему пиццу надо дать, а? Пицца. Где моя пицца? Это что такое? Батарейки. А для чего нам батарейки? Ну короче, если он бежит, от него не убежать. Тубзик. Че опять? Он опять меня увидел? Че с музыкой? Музыка просто так орёт. Ты чё так? Воу. Как от него убегать тогда? Иди нафиг. Опа, ча, тут ещё не был. Тупик. Давайте сюда. Ага. Ну ты тупой. Тупой, не тупее, вообще. Как от него убегать? Я по кругу просто бегаю. Дундук. Нет. Ой-ой. Не дундук. А он может там лазить? Ты отвалишь, нет? Он опять бежит. А как от него убегать-то? В смысле? Не понял. Шкаф он меня находит, так не убежишь. Дергает. Ну все, тупик. Так в смысле? Ты че, дурак? Это изи. Написано было, что это изи, то есть легко.
Не прятаться, не кидать. В чем прикол? Так, короче, предлагаю, допустим, вот он меня, а где моя батарейка? Короче, где он ходит, я не понимаю. Ты чё? Это куда? Ты чё, дурак, что ли? Ну все, это надолго. От него не убежать. Чё, если мы сейчас вот... Вот сейчас я спрячу шкафу. Ну, допустим. Он бежит. Как? Короче, я сейчас 5 дней играю, от него не спрятаться, ничего с ним не сделать. Ты чё? Вообще наглый. Где он спавнится, вот вопрос. Опять муск наседает. Чё у нас тут? Бургер! Ты дурак! Повезло. Ран, Бася, ран. Опять тупик. Тупик. Ты чё бургер не жрёшь? Он бургер не ест. Последний день. Короче, я думаю, эта игра еще просто недоделанная. А вот бургер. Слышь? На бургер. Сейчас только звук был. Он опять сюда идет? Он сейчас меня найдет? Короче, я так думаю, что эта игра была создана для того, чтобы показать нам концовку, как мы умрем. Как ее выиграть? А никак! Не спрятаться, не убежать, ничего, он не отстает, просто бежит как клоун. И все. То есть, я этой игре поставлю не больше 2 баллов. Не, ну правда, тут вон Дискорд, так-то оформление нормально. Но не доработали шкафы, не доработали, не знаю, его бег, он просто бежит и знает, где ты находишься. То есть, может быть, нельзя шагать, либо чё, непонятно, что ему нужно делать, ключи никакие не находил, потому что я не могу спрятаться от него. Короче, всем спасибо за просмотр, спасибо, что зашли на наш канал, лайк, подписочка. Если вам нравится такая рубрика, обязательно напиши в этом комментарий. Набирается, 20 лайков наберется, снимаем следующую рубрику. Я найду уже нормальный, страшный хоррор. Кстати, если вам нравится хоррор, то тоже пишите в комментарии, потому что я тоже люблю страшные, где можно попугаться и еще такое. То есть, если вам понравилось, если вам нравится, что на нашем канале будет вырезать плейлисты, обязательно лайкосик и подписочку.
Ну что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.